Обеспечивать безопасность и комфорт одесситов – задача городской власти. И если отсутствие комфорта просто снижает качество жизни, то пренебрежение мерами безопасности создает ей прямую угрозу. Во дворе дома номер 23/4 по улице Космонавтов просел грунт возле люка над подземной линией связи. Как рассказывают жильцы, произошло это после обильных дождей. Некоторое время яма была накрыта деревянными щитами. Бетонная крышка уже не охватывала всей ее площади. Случайно наехавший на яму автомобиль обрушил перекрытие. Компания-собственник линии связи не торопится чинить колодец. Районная администрация молчит. Пока в яму никто не упал. Прежде всего, она представляет угрозу для детей и стариков. Стоимость ремонта копеечная, но человеческую жизнь и здоровье наши чиновники и бизнесмены ценят меньше.